브이앱, 브 Let's go. fucking stuff. To be in control. Sometimes 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 to be in control. Yeah. Ну, типа, сейчас начнем. Хе здорово, картинки еще нет, но я хочу послушать, слышно ли меня. Воу, а это такая задержка? Как слышно, народ? ¡Rus, rus! Звук есть. Отлично. Только у меня в ушах почему-то с задержкой. Когда настраивал ее, этого не было. Но, ладно, буду привыкать. Привыкать. Вот так, так, наверное, будет мне получше. Так. Ну, раз меня слышно хорошо, то погнали. А, мне сегодня 35 лет. А, такой, так скажем, отметка знаковая нужно подвести какие-то промежуточные итоги и и, и и вы мне там еще на всякий случай еще разочек напишите как меня слышно видно я так волнуюсь очень на самом деле блин пипец волнуюсь первый стрим вообще в моей жизни где я полноценно один единственный ведущий вот значит что сейчас будет я задавал многим людям вопросы точнее, просьбы присылал о том, чтобы прислать мне вопросы в текстовом виде или видео, какие-то интересные, возможно, именно только для меня. А сам я как-то на скорую руку подготовил ответы, или сейчас будет экспромтом, или сейчас я буду сначала свои подготовленные ответы читать, потом как-то, может быть, сам себя переиначивать. Давайте попробуем, посмотрим, что из этого получится. А также у меня есть некоторое количество ответов ваших же, которые, ну, многие из них для меня лично были интересными, но, возможно, для остальных людей хз, короче, не знаю, успею я их зачитать, не успею. Давайте попробуем, что будет. Ребята, спасибо, что вы прям в начале собрались. Надеюсь, все круто. Надеюсь, все круто и вам понравится. Давайте, поехали. А, начну с вопроса, который, мне кажется, относительно таким, ну не знаю, вступительным, легким, позитивным. Он меня раскрепостит, и мы все поугараем. Это мой друг Кирилл Игнатенко, с которым познакомились в Хабаровске. Ныне он живет в Минске, а в данный момент находится в Москве. Что интересно. Смотрим. Здорово, Колян, здорово были, что с наступающим там день рождения, все дела. В общем, не секрет, да, мы все становимся взрослее, цифры чуть-чуть бегут вперед, но это надо просто принять. На это мы никак не можем повлиять. И на что мы можем повлиять? Это на хорошее настроение, чтобы друг друга не забывать. И вот ты попросил записать вопросы. И я вот откликаюсь на твою просьбу. Вообще, ты мне вот только что в телеге твое голосовое прослушал, сразу все оптимизировалось, мышление на 150%, потому что э, я начинаю в кризисы очень быстро соображать, когда а-ля дедлайн завтра или это надо было сделать вчера. Так вот, перейдем к вопросам непосредственно. Э, первый вопрос будет такой, что? Если бы вообще вот музыки не существовало, представим такой угрюмый мир, Творческий человек – это прежде всего какой-то импульс, это какое-то движение, желание. Если бы музыки не существовало, где бы ты нашел применение вот какому-то творческому своему подходу, и что бы ты развивал, может быть, это какие-то ближайшие твои хобби? Я тогда немножко подсказываю для ответа. В общем, чем бы ты занялся, если бы у нас вот просто не было вот диджеинга, музыки, вот эти вот все дела? Угу. Второй вопрос. Рождаются дети, Образовываются семьи, мужья, жены, вот эти штампы в паспорте медового месяца, в общем. Детей надо воспитывать, и вопрос, как обнаружить, или может быть у тебя есть какие-то уже свои методики, как обнаружить в маленьком новом человеке творческую стезу, как ее воспитать, как ее развить, и что для этого нужно делать. Ну и третий, наверное, вопрос, как каждый творческий человек, да, и это тоже мне присуще, это какой-то кризис идей, чем вдохновляться, как себя скидывать, может быть, вот этот творческий какой-то тупик, как открывать новые горизонты и искать свежий воздух в каких-то моментах, которые, казалось бы, уже... Все ходы сделаны, и все пики пройдены, да, есть какая-то там стагнация или что-то еще. Как, как, как найти и сказать, что вот это не теперь не двухмерный, а трехмерный мир, и вдруг бух, открываются новые горизонты. Как у тебя с этим дела? Как ты с этим справляешься? В общем, снюхай, братишка, все, чебуреков еще поедим. Все, обнял, давай. Так, ну погнали. Первый вопрос был о том, чем бы я занимался, если бы э, не музыкой. Ну, это возможно, и скорее всего, какое-то писательство, так как я очень люблю писать, читать русский язык. Э, журналистика, возможно. Вот примерно то, чем я сейчас занимаюсь, да, это можно сказать журналистика, так как я из всех вас пытаюсь что-то интересненькое выдернуть. Ну и там как как-то про себя рассказать что-то интересное, вообще из мира в люди доставить. Значит, ну, может, видеоблоги, да? Потом, следующий вопрос был про ребенка, про детей. Ну, вообще ребенок это чистый лист, и, значит, нужно самое главное, это внимательно за ним смотреть и не тупить, подталкивать его на какие-то действия, да, чтобы он тоже на месте не застаивался. И когда он делает что-то особенное, увидеть это и понять, что вот именно с этим можно что-то дальше делать, что-то работать. А, про детей там еще будут вопросы, так что вернемся к этому. А, значит, чтобы выйти из творческого кризиса, ну, естественно, это выходить из зоны комфорта, общаться с умными людьми, там, со своими кумирами стараться, или с теми, кто, э, кто лучше тебя, кто достиг в каких-то областях чего-то значимого, э, и обязательно анализировать лучших в своей области. Вот это прям важный момент. Ну, выходить за рамки, конечно, это тоже к зоне комфорта относится. Вот, это был первый вопрос. Вот так вот я с ним справился. Давайте следующий аудио вопрос от Давипа. Давип это музыкант, мой друг, который, короче, крутой чувак. Послушай. Тебе такой вопрос, бро. Послушаем. Да, привет. Короче, я тут недавно посмотрел Чудаков. И на них потел снова пиздец. И, короче, смотрел все части. И типа, у меня такой вопрос. Будь ты в команде чудаков, какой трюк ты бы хотел бы исполнить из тех, что они делали на камеру, они делали лютое дерьмо, ты сам знаешь, поэтому ну, вот, что бы ты хотел исполнить из тех трюков, которые они исполняли, короче. Ах, ну не знаю, вот когда я слушал этот вопрос, первое, что мне приходило в голову и вообще вспомнилось, это трюк Стива О, когда он засунул червяка в нос, вдохнул его и там через рот выплюнул. Это прям <laughs> меня, неизгладимое впечатление, произвело. Там были и сложнее трю трюки, и экстремальнее, но вот это прям, прям запало в душу. И еще один момент был, когда... Джонни Ноксвилл, по-моему, осеменял корову, ему пришлось такую длиннющую перчатку по плечу надеть, латексную, поднять ей хвост, засунуть руку в корову, там сначала фекалии вышли, и потом он уже там какие-то манипуляции с оплодотворением проделал, вот не знаю, мне кажется, рука в корове, это тоже что-то такое особенное может быть в жизни. Спасибо за вопросы, идем дальше. Так, кого мы дальше возьмем? Ну, давайте, знаете, как для контраста, Александр Николаевич Малышев, глубоко уважаемый. Послушаем его. Так длинный видос, я немножечко расслаблюсь, может выпью водички. Всем привет, меня зовут Александр. Николай тут попросил записать такое интересное видео преддверии его дня рождения. Во-первых, хотелось бы, конечно, поздравить тебя с днем рождения, с наступающим. Пожелать тебе быть богатым, счастливым. Заниматься, в первую очередь, делом, которое приносит тебе радость. Не бояться в жизни трудностей. Преодолевать любые преграды на пути к этой заветной цели. Ну и пусть всегда тебя окружают верные и веселые друзья, любящая семья. Будь здоров, счастлив, оставайся всегда на позитиве. С днем рождения! Ну и в преддверии дня рождения хотелось бы задать такой вопрос. А, я думаю, что есть смысл вспомнить, какой самый лучший и самый худший подарок ты получал на свой день рождения. Еще раз днем рождения. Привет. Оу, oh, привет, Александр Николаевич. Спасибо большое за вопрос. Вообще очень приятный видос. Поздравления. Папа. Папампа-па-пам. Короче, два подарка. Ну самый хреновый, наверное, это э, в детстве, когда дарили э, игры для компа, которые не запускались, не устанавливались, ну и в итоге это был подарок в никуда. Но при этом все равно, кстати, ну, от самого получения подарка эмоции были хорошие. И, кстати, видеокассета, допустим, дарили с фильмами, которые уже смотрел, или кассета уже фильму, которого была тоже такая такое было. Это были неудачные подарки, но все равно я всех люблю. А самые удачные тоже особо не, не задумывался. Но вот первое, что в голову приходило, это тоже из детства. Это приставка Super Nintendo. Сначала Дэнди было. Точнее, сначала был Spectrum, потом Дэнди. И вот потом было Super Nintendo. И его офигительность этого подарка заключалась в том, что очень много лет я в нее прорубился, очень много удовольствия, кайфа и радости она мне доставила. Много лет я был геймером. А, двигаемся дальше, дальше, дальше. Кого у нас? Давай, давайте вот такой видос. А, предупреждаю, 18+. Сейчас будет много мата, так что детей от экранов отводите. Эти, блядь, сука, заебали, то одного поздравь, то второго, то, блядь, еще вопрос нахуй надо какой-то задавать. Я во. Я че, блядь, этот нахуй? Общ... Связи с общественностью, что ли, блядь. Короче, Колян, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе самого главного это реализация за счет творчества, да. То есть ты, понятное дело, что уже реализован в какой-то степени. Но мне кажется, что это слегка не то, о чем ты мечтал, да? То есть. Ну, это стандартный путь. И у тебя, и у меня, и у многих, типа где-то там что-то, ну, там что-то мечтал в детстве, блядь, в подростковом возрасте, нахуй, блядь. Потом, блядь, достиг чего-то, нахуй. И остановился и за счет этого, как бы, и на одном уровне топчешься. Вот, чтобы такой хуйни не было, чтобы ты дальше, блядь, развивался, нахуй, разъебывал, блядь. И чтобы весь твой внутренний огонь, который, может, и поугас немного, реализовался в этом творчестве, и чтобы ты стал такой творческой единицей, о которой ты всегда мечтал, и чтобы ты зарабатывал с этого деньги. Это самое... Ну, деньги зарабатывать это не самое главное. Самое главное это самореализация за счет творчества. И самореализация предполагает собой зарабатывание денег, да? Косвенно, косвенно, чтобы это происходило, а не самоцелью было. Вот что я тебе хочу пожелать. Насчет вопроса. Насчет вопроса. Давай. Вопрос, блядь. В чем смысл жизни? Ну, биологический смысл жизни, понятно, продоминировать кончить в телку, вырастить там ребенка, там передать свои эти, блядь, в эти нахуй, следующее поколение. А вот это дальше что? Ну вот, например, вот ребенок дальше, ребенок ребенка и далее, 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 там тысячу лет прошло, миллион лет прошло. В чем смысл жизни конкретно? Всего человечества, всего живого, всей вселенной. Зачем она была создана? И что будет в конце? Вот эти тебе какой вопрос задаю, и не надо тут банальше, но только отвечать, типа, блядь, смысл жизни ради в самой жизни, блядь, или там бесконечное размножение, там, или еще что-то. Вот, я хочу услышать, что ты думаешь насчет вот этого, да? Все, спасибо. Еще раз, с днем рождения. Респект. Ох, спасибо большое. Спасибо. Значит, так, смысл жизни. Ну, блин, это легко, короче, что тут думать-то на самом деле? Смысл жизни. Вообще-то вопрос в конце хотел поставить. Под... Закончить. Но раз уж так получилось. В общем, барабанная дробь, смысл жизни. Смысл жизни: Блять, да хуй его знает. В чем смысл жизни? Я не знаю. Но. попробую ответить. Может быть, банально, получится, может быть, нет. Смысл жизни в победе над смертью. Ну, в общем, у нас мало шансов победить смерть, но он есть. Пытаться там какие-то исследования может провести, продлевать, продлевать, там какие-то, может быть, технологии открывать. Вот. И еще вдобавок к этому недавно, относительно недавно узнал, что типа вселенная, она так постоянно расширяется, там какие-то метаморфозы с ней происходят. В итоге она настолько расширится, что там все атомы разлетятся, и, короче, нет шансов жизни быть вообще во Вселенной через какое-то какое время. И, собственно, все, все цепляния за жизнь, за продолжение рода там, и прочее, прочее, они тщетные в итоге окажутся. Вот я думаю, что нужно стремиться к тому, чтобы понять, вот что с этим делать и как вот это победить. Может быть, нужно научиться путешествовать во времени, зацикливать как-то как там что-то Вселенную? Или вообще выпрыгнуть из этого мира, из этой вселенной, не умерев, и продолжить где-то там на других уровнях. Вот. Но на самом деле, мы никогда в своей, в нашей, в обозрим будущем, мы не узнаем. В чем же этот смысл? Наверняка, да, мы можем предполагать, мы можем там думать, что от природы задумано продолжаться, там какой-то там культурный вклад делать, развитие интеллектуальное и прочее. И так как мы никогда не узнаем на самом деле, в чем действительно является смысл жизни, мы можем только продолжать жить, как-то продолжать эту жизнь, и когда-нибудь там, может, наши потомки или мы, если мы там какой-то полубессмертие сумеем достигнуть, допрем, поймем там, что для чего это все происходит и что-то будем с этим делать? Короче, искать ответы пока что надо. Пока мы не знаем, давайте искать ответы. Пусть будет смысл жизни в этом. О, вот так, ребята, давайте дальше. Пум. Костян. Колян, привет. Поздравляю тебя с наступившим днем рождения Спасибо. или с наступающим, не знаю, когда ты смотришь это видео. Но э, хотел бы задать тебе вопрос э, и получить на него ответ. Mm. Все мы знаем, что э, ты начал увлекаться диджейством и электронной музыкой в э, старших классах школы. Э, и особенно на тебя повлиял э, на твой стиль повлияла группа Продиджи, их музыка. Я помню, как ты был без ума от э, их творчества и всячески делал различные ремиксы э, и делился ими с другими твоими друзьями, слушателями и так далее. Собственно, диджейство твое в итоге развивалось бурно и ты смог вступить и в определенное сообщество, познакомиться с классными людьми и в том числе стал собирать различные тусы, на которых играл в музыку, отлично отжигал, танцевал, заряжался энергией и, собственно, свою энергетику также передавал другим людям. Все всегда после твоих туз уходили довольными э в отличном настроении. Собственно, э я помню, как в какой-то из моментов ты поделился. Ну, своей мыслью, возможно, мечтой о том, чтобы выступить на разогреве у «Продиджей». И, честно говоря, тогда я не особо поверил, что это реализуемая цель, но как бы я не, не высказал этого скепсиса, а все-таки принял так, как, как есть и как должно быть. И спустя какое-то время ты действительно пробился на прослушивание к продиджам, и они тебя одобрили, и в итоге ты получилось, так получилось, что выступал на разогревах у них на концертах даже не один раз, а два. А может быть и несколько. Ну, я точно помню, что два. И, э, блин, это была классная затея и классное стремление, поскольку э, в результате твоих разогревов довольны были как и фанаты Продиджи пришедшие на их концерт, и, и твои родители, ты сам, и, собственно, сама группа, эта легендарная, была в восторге, ну и в приятных э, впечатлениях от, от твоего выступления. Поэтому эта цель тобой достигнута. Это круто, молодец. Теперь у меня, собственно, вопрос к тебе. А какие дальнейшие цели ты ставишь перед собой, которые ты собираешься завоевывать? Спасибо за внимание и спасибо за будущий ответ. Успехов, удачи и всего хорошего. Благополучия. Спасибо большое, Костяныч. Ну да, да, такой вопрос часто мне задают. Что дальше после Продиджи, после разогревов. Ну, самый простой ответ это, естественно, становиться таким же, как Продиджи, типа и круче, и чтобы у меня на разогревах уже выступали. Но это слишком скучный ответ. Но на самом деле, в идеале, конечно, соз создать что-то настолько гениальное, чтобы как бы, весь мир на это подсел и уже никогда не слез. Вот, но, блин, меня одного для этого не хватит. Мне понадобится команда. Вот, давайте пойдем дальше. Мадина Муртазина, вокалистка, с которой я выступал в последнее время несколько раз. Талантливая девчонка, послушаем. Коля, привет. У меня к тебе два вопроса. Первый вопрос. Если бы ты был супергерой, кем бы ты был? И вопрос номер два. Чем ты будешь заниматься на пенсии? Какой творческой деятельности? Спасибо. Значит, супергерой ⁇ это вопрос, на который я вообще не готовился, думал, что там думать, не думать. Короче, Хен как мне первый в голову приходит. Хэнкок прям что-то почему-то близок мне. Может быть, потому что он такой же задолбанный. Вот. А, другие супергерои, ну, Дэдпол мне очень нравится. Крутой тип, но, блин, столько боли я, наверное, не вынесу. А, чем я буду заниматься на пенсии? В идеале хотелось бы слушать музыку, смотреть сериалы, играть в игры, фильмы смотреть там. Ну и просто давать бабки там детям, внукам, с, там, родителям, <сёк> женам. Вот, а если именно творчество, ну, блин, ну не знаю, наверное, музыка, если она будет еще легче писаться, создаваться как-то больше в ней именно кайфа музыкального будет и меньше технологического задротства. Вот это было бы здорово. Этим бы я позанимался на пенсии. Давайте еще один вопрос. Вопрос. Давайте вот такой вот вопрос попроще, наверное. Я с простых хочу начать относительно, как мне кажется. Есть ли дно у твоей экспрессии во время того, когда ты выступаешь, стоишь за вертушками, Второй вопрос. Если это дно есть, посчастливится ли нам на нашем веку это увидеть собственными глазами. Также интересует глубина, это, на котором это дно находится. Вот. И третья... А третья его знает. Сейчас я сразу третий найду. Я вспомнил третий вопрос если все-таки это дно на нашем веку мы не сможем поглядеть, так как это дно, в принципе, планка недостижимая в твоих умопомрачительных фантазиях, то как бы это дно могло выглядеть? Опиши. Да, спасибо, Димон. Это Дима Химка, диджей, дружбан мой из Челябинска, ныне москвич. Короче, предел моей экспрессии, наверное, ограничен законами физики и воспитанием, нормами какой-то морали. Дно – это опьянеть до беспамятства и сорвать свое выступление, там не выйти на сцену, наверное, или выйти, но ничего не сделать при этом. Ну и порчи оборудование, наверное, испортить оборудование, если это не часть шоу не запланировано, это, наверное, тоже. Вот это дно, короче, это не ниже дна, это дно. А... Ну, а ниже дна это золотой дождь и коричневый град, наверное. Членовредительство, неуместный кринж и какие-то злые действия. Дно увидеть шанс есть, наверное. Ну, опять же, напоить меня очень сильно. А там ниже дна уже Надеюсь, что не будет такого. Шансов нет. А, погнали дальше. Вот такой вот вопрос. Почему 35? Это вопрос... Сейчас скажу от кого. От... Привет, Привет. Хотим тебя поздравить с днем рождения, с твоим юбилеем, пожелать тебе... Успехов в развитии, в творчестве, в семейных делах, в семейных вопросах, во всех, чтобы у тебя жизнь сложилась удачно, все твои дела шли э, в гору. Вот, и сам ты продолжал развиваться и стремиться достигать новой высоты. Пусть рядом с тобой всегда будут хорошие, надежные люди, которых ты любишь, которыми ты дорожишь. Мира тебе, улыбок, солнечных и счастливых дней. Ну и хотим еще задать тебе пару вопросов. Первый. Хотел бы лично сначала был бы по очереди. Мой первый вопрос: какой ты видишь свой полноформатный альбом? Когда ты его наконец-таки уже выпустишь, как он будет называться? Вот. И какую на идею будет нести? В связи с нынешними реалиями. Да. Так, вопрос номер два: Как бы называлась книга о тебе, которую бы написали люди? Или фильм, например, который бы люди сняли. Как ты считаешь, по твоему именно мнению? Вопрос от меня. Ты веришь в символизм? Если да или нет, то почему? Какой следующий вопрос? Почему 35? Все? Мы все остальные вопросы задали? Ну, твоя же очень. Там еще был какой-то вопрос. Твоя очередь была. Ну твой ну, вопрос... какой-то вопрос был. Какой? Ты вообще сейчас молчал. ты ничего не говорила. Твоя очередь, я задал свой вопрос. Так, короче, ребята, вы задали все вопросы. Так. Ну, ну. Вот ведь. Подожди, что так? Я я сказал свой вопрос про про символизм. Ты чего молчишь? Я думала, что какой-то был. Я думала, сейчас надо что-то вспомнить, какой-то еще был вопрос. Так, Я думала, что их пятеро. Ну, какая И разница? Ты, мой был бы тогда пятый. Твой-то... Итак, последний вопрос, который мы зададим вместе. Я уже его задал. Все. Дадим ему еще несколько секунд. Почему 35? Ты выписала вопрос как... Почему 35? пять? Потому что не один миллион пятьсот тысяч тридцать шесть. <laughs> не знаю, как-то так, наверное. А, значит, вопросы, которые еще были, про альбом, альбом, как как он будет называться. Ну, есть у меня идея одна. Хрен с ней, позвучу. Это альбом а, сделать чисто вот. Э, Чисто из музыки моих друзей, которые э, сделают Ghost Production для меня. И альбом поэтому я назову либо Ghost по-английски, либо Ghost по-русски. Вот, он будет э, как бы намекать от, ну, очень явно на то, что музыку написал не я, но будет везде подписан вирус 19XX. И вот такая вот, ну так скажем, некий протест против того, что очень много музыкантов пользуются услугами гост-продюсеров, но скрывают это и не признаются. А я вот считаю, что если взял, купил у кого-то музон, подписал своим именем, то люди имеют право об этом знать. Это будет честно. Я вообще за честность и не люблю, когда врут. Особенно мне. Так, а выпущу его ну, на ББЗ, естественно, на нашем лейбле, или э, на другом каком-то лейбле. Но это должен быть мейджер, типа супер крутой, после которого у меня будут гастроли по всему миру за баснословные гонорары. Так, как будет называться книга или фильм про меня? Ну, Колян Соловьев, хороший парень. Вот, мне такое название нравится. Верю ли я в символизм? Нет, не верю ни хрена. Я атеист, я не лю... антинаучный, я ничего, наверное, вообще ничего не признаю. Руководствуюсь знаниями, а не уверенностью или предположениями. Так, на все вопросы ответил. Давайте пойдем дальше. Кто у нас там еще? Кто еще? Кто еще? Ну вот, Миша Зуев хороший вопрос задал. Давайте послушаем диджей Брикс. Салют, Колян, с наступающим днем рождения. Спасибо. Давай рассуждаем порассуждаем над парочкой риторических вопросов. Первое. Как ты считаешь, что сейчас самое важное для того, чтобы собрать аудиторию на андеграундное мероприятие без привоза и с небольшим платным входом? Вот. Ну, здесь могут быть разные варианты. Мне интересно, что считаешь именно ты. Как ты считаешь? Второе. Как ты считаешь, что э, мотивирует людей за 35 лет ходить сейчас на андеграундовые мероприятия? Вот. И третье, как ты относишься к раз разграничению диджеев на тех, кто пишет музыку и тех, кто не пишет? То есть э, тех, кто не пишет, э, бывает называют там диггерами, селекта, вот. И честно ли называть и тех и других просто диджеями, да? То есть один диджей условно несколько лет э, пишет свой контент, создает что-то, да? И другой диджей, допустим, тратит пару часов на скачивание треков с битпорта. Как ты относишься к этой теме? Вот. Жду твоих ответов, Колян. Еще раз с наступающим днем рождения. Спасибо большое, Мишаня. Классные вопросы. На самом деле, над ними долго пришлось подумать, и к однозначному ответа у меня, естественно, нет. Если бы у меня был этот ответ, я бы уже, наверное, собирал бы тусы давно постоянно делал бы на этом бабки и, и все было бы круто Итак, собирает наверное в первую очередь э, ностальгия э, э, говорим о том что собирает э, на мероприятие на клубные тусы без привоза ностальгия уникальность места мощный звук интересные шоу интерактив э, технологичность тоже всегда в плюс идет. Значит, очень важна кухня, именно кухня организации и мероприятия. Кстати, кухня в клубах тоже важна. Пожрать-то хочется. Не маленькие, чтобы водой питаться всю ночь. Кухня, мероприятия, и внимание к деталям. То есть, вот искушенная публика, она всегда чувствует профессионализм или непрофессионализм в подходе. Ну, а вообще, на самом деле, все и сразу. И плюс еще удача и куча всяких мелочей, непредсказуемых, непредвиденных факторов. Поэтому, блин, продолжай рисковать. Что делать-то? Надо, надо делать и... делать что можешь, и будь, что будет. Значит, второй вопрос. Что заставляет людей в 35 и после 35 ходить на клубные тусы? Значит, ностальгия в первую очередь и понимание того, что быть на мероприятии лучше, чем ä, попить пивка на хате и выспаться. Вот это прям однозначный ответ. Он прям вот отсюда идет. <laughs> то есть, если я сомневаюсь, идти или нет, если меня не несет на эту туз, если я ее не жду и прям я заранее билеты не купил, то маловероятно, что я прям почему-то сорвусь за час до нее. То есть это уже должна быть не просто ночь плясок каких-то, а что-то важное, чтобы не жалеть о потраченном времени. И вопрос про диджеев, там, про тех, кто много времени тратит на подготовку, и те, кто просто выходит и что-то делают. Диджеем может называть себя человек, воспроизводящий музыку для людей. Вот это определение диджея. Просто человек, который воспроизводит музыку для людей. Я так подумал для себя, как, как его сформулировать. И, конечно, есть другие у нас слова, которые обозначают, как ты говорил, диггеры, селекторы. Вот если добавляешь к этому, к диджею эти добавочные слова, то должно появиться понимание того, что ага, вот этот типа в темах, этот типа заморачивается, готовится. Но те люди, которые просто приходят в клуб, выступают и рвут танцпол в клочья и доставляют удовольствие людям, а, они тоже выполняют свои функции, поэтому им тоже респект и уважуха. Особенно, ну, это, наверное, присуще тем, у кого опыт значительный в этой области. Ну, допустим, у меня бывало такое, что я без особой подготовки, я знаю, что вот у меня лежат флешки, там есть треки, которые мне нравятся, пришел. Но в основном я это ради эксперимента делал, и я в основном готовлюсь, конечно. Ну, вот бывает такое, просто попробовал, взял, пришел, отыграл, всех порвал, там, все довольны. Ну, чё, тоже же клево, чё еще надо? Вот. Ну, я не осуждаю таких людей, которые не заморачиваются, если они имеют успех у публики. О, так, заканчиваются уже видео вопросы. Давайте посмотрим, что тут остается у нас. У нас... Блин, дальше уже такие посложнее вопросы. Давайте Диму Детачи, который мне помог со стримом. Питерский наш диджей, звезда. Он, кстати, сейчас на тусу идет. Пожелаем ему хорошего выступления. Погнали. Привет, Колян. А, расскажи, как изменилась твоя жизнь после того, как ты поженился. И второй вопрос. А, когда мы уже, наконец, соберемся у тебя на даче? Фу. На даче начну с конца. На даче можно собраться в любой день, Диман, если ты приедешь на дачу из Питера, я тебе всегда рад. Когда мы соберемся, собирались мы раньше для того, чтобы там отжечь, потусить, по -это, покошмарить соседей громким звуком и какой-то <laughs> супер экстравагантной картинкой, типа там. В одних носках, допустим, и, и эти носки не на ногах выбежать на всеобщее обозрение. Вот сейчас, к сожалению, уже танцпол давно не использовался на даче, уже там склад, уже мы постарели, уже собраться сложнее. Но при большом желании собраться можно, хотя бы просто постарчески почилить на расслабоне, послушать музыку с колонки или как-то так попить пивка, но когда, ну вот сейчас лето, да, тепло, уже заявки поступают, наверное, можно. Так, первый вопрос, сейчас еще разок включу Что-то забыл. Привет, Колян. Расскажи, как изменилась твоя жизнь после того, как ты поженился. да, да, да. И второй. Все, как изменилась жизнь после того, как я поженился. На самом деле никак, потому что я со своей женой уже был э, продолжительное время в отношениях, и это просто был штамп для того, чтобы, э, ну, так скажем, обезопасить э, при родах нас и ребенка. Вот. Э, ну, а с появлением, конечно, моей жены в моей жизни, моя жизнь просто перешла на другой уровень. Это прям другая жизнь стала. Э -э по большей части, конечно, хорошая, из минусов, ну, наверное, э -э ну, вот эта вот стандартная бытовуха, да, напряги на почве быта. Денег гораздо меньше стало. Ну, точнее, не хватает постоянно. Ну и разнообразие в сексе, конечно же, все. С ней пришлось попрощаться. Э -э Идем дальше. Невероятно сложные вопросы дальше пойдут. А представь, короче говоря, что вся твоя жизнь это пьеса. А ты драматург? Как бы она <звы> называлась бы у тебя? Так, это Женя. Сейчас давайте-ка еще парочку вопросов сразу от нее. Коля, я всегда беру у тебя пример в плане энергетики, когда выступаю. И еще ставлю тебя как образец для подражания, рассказываю кому-то ребятам. Вот, смотрите, говорю. На себя посмотрите, на него посмотрите, на Колю. И сразу понятно, да, кто здесь стрёмный. Вопрос мой следующий. Как тебе удается быть всегда на позитиве, от тебя же прям вот энергия, ты энергетическая станция. Спасибо тебе большое за это. А ну-ка давай рассказывай. Ну и давайте Расскажи еще. Этот... нам, пожалуйста, о своей сайт стороне. Ну какие музыкальные жанры, помимо брейкбита и брейкса, ты еще предпочитаешь слушать, играть. Может быть, пишешь. Интересно. Сейчас расскажу и сразу еще скажу, что Женя мне там присылала много вопросов видосов, я в них немножко закопался сегодня не успел, так зачитаю. Какую выберешь суперспособность, почему и зачем и, -и, 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 -и. что в тебя поменялось с появлением ребенка, посоветую трек для детей, чтобы их разматывала конкретно. Ну, давайте сначала если моя жизнь — это пьеса, а я драматург, то ну, я бы, наверное, вот первое, что... Не первое, что, а такое более-менее подходящее, на что я согласен, это название «Исчерпаемый ресурс». Пусть пьеса будет называться так. Вдохновление беру вне зоны комфорта. Еще вдохновляют э, успешные люди. Многое из того, что э, я делаю проходит в знак протеста, допустим, когда хочется показать, как должно быть лучше или иначе. То есть я вижу, что что-то происходит крутое, да, но я понимаю, что, блин, оно... Я могу сделать круче, или, или я должен попробовать, и меня прет, начинает переть. То есть я обычно жду, когда у меня вот что-то назреет, засвербит, и вот тогда начинаю фигачить. И обязательно проверяю, чтобы это было таким долгоиграющим, не сиюминутным, желательно вечным насколько я могу предположить. А, так, 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 так. Я не всегда на позитиве, но когда вижу хороших людей, меня это радует. А, на тусовке, где меня видят, в основном собираются хорошие люди, поэтому вот я такой позитивный, кажусь всегда. Ну и в общем да, у меня жизнь хорошая, грех жаловаться, поэтому, наверное, я такой улыбчивый и позитивный по большей части. Надеюсь, так дальше будет оставаться. И грустного не буду ловить часто. Uh, помимо брейкбита, люблю фьючербейс. Это, в принципе, можно сказать, что это тоже брейкбит, но на разных скоростях, с разным ритмическим рисунком. А еще, uh, ну, Drum Bass там туда может входить. Хотя его тоже можно брейкбитом назвать. Также нравятся крутые акапеллы, вокализы и многоголосие, то есть вот когда звука вообще нет, и только вот именно то, что ртом издается, это бывает тоже очень интересно, приятно послушать. Не бывает, это если это делается умело, это всегда приятно и всегда интересно слушать. Сам, кстати, хотел бы научиться петь. Когда-то в школе в музыкальной научился, а потом разучился, и сейчас опять не умею петь. Uh -huh 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 -huh. Суперспособность исцеления других и себя, желательно безболезненно. А также оказываться, во... точнее откатываться во времени, как в дне сурка, только чтобы не надо было для этого умирать и вообще путешествие во времени и пространстве. Вот, ну, конечно, об этом все мечтают. Так, 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 так. Вообще, так. Э, почему и зачем, блин? Почему и зачем? Очень хочется все посмотреть и подольше быть с хорошими людьми в их хорошем настроении. Сорян, я как бы читаю, я готовился, я писал, потому что я понимал, что в первый стрим я буду тупить, там что-то забывать. Э, поэтому лучше я почитаю. Это тоже как бы, имеет право на существование такой формат стрима. Это все мои мысли, мои слова, и я их э, записывал именно те, которые приходят в первый в голову. Э, моя сайт — Батя, Батя и быть классно, но постоянно хочется давать детям большего. Ну никогда нет возможности дать все вообще и еще больше. Со старшей дочкой долго не общался. Сейчас видимся пару раз в месяц. Она мне рада. Вот в таких мы с ней отношениях. Вот. Ну, когда-нибудь, надеюсь, она сообразит или узнает, что я ее папа, и ее это не испугает, не оттолкнет, и мы продолжим хорошо общаться. Ну, с младшей мы живем, все, ништяк. Она меня обожает. С появлением детей я стал счастливее и сентиментальней. Значит, а посоветовать трек для детей, это должно быть что-то... Ну, я не могу конкретный посоветовать, потому что все индивидуально. Но это должен быть веселый, качающий брейкбит с прикольными, запоминающимися звучками и дурацкими голосами. Вот такое мое пожелание по подбору музыки. Давайте посмотрим, что у нас есть еще из видео вопросов, что осталось. Сейчас я гляну, чего там мне в чат написали. Вообще слышно, Антон и Марго, та-та-та-та. Что за часы у тебя? Что за часы у меня? У меня часы Фред подарила жена. Вроде как какие-то там какие-то неплохие часы. А был еще вопрос, что у меня с прической. Я постригся, у меня были сначала длинные, потом покороче волосы, потом меня и те тоже задолбали. Я попросил жену побрить меня. У жены это получилось не очень хорошо, но это не ею вино. Это у нас плохая была машинка. А, я решил попробовать сам побриться, взял свою другую машинку и сам себя побрил. И первый раз в жизни мне очень понравилось. Все хорошо получилось. Можно, кстати, вслепую, чисто с закрытыми глазами бриться чисто на ощупь или даже по звуку машинки, как вот она цепляет, когда волосы, там звук меняется. И вот какой-то момент ты понимаешь, что ты все поврил потому что звук не изменяется у машинки. Эм... Так, вопросы, вопросы, вопросы. Па -па 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 -па. ну давайте вот этот вопрос я его боюсь, честно говоря, он такой дурацкий сложный, их там несколько, это Юлия Рябинина хорошая подруга моя вопрос. первый вопрос что для тебя понятие безумия в хорошем и плохом смысле этого слова второе как понять, что твоя кукуха все еще с тобой. И третий вопрос, бабки, ну бабульки, пенсионерки, пожилые леди. Польза и вред для общества в целом и для мировой экономики. Спасибо Юля за эти непростые вопросы, а вот мои сложные длинные ответы. Значит. Что такое безумие в хорошем и плохом смысле для меня? В хорошем это делать то, что сам от себя не ожидаешь. В плохом то же самое, но не понимать смысла своих действий даже после случившегося. You know what I'm say. <laughs> Значит, если на протяжении продолжительного времени. Так, как понять, что кукуха все еще с тобой? Если на протяжении продолжительного времени тебя понимают и продолжают с тобой работать. И дальше про бабок. Бабки что такое? Бабки имеют житейскую мудрость. И в них много добра и тепла душевного. Чем они могут навредить? Навредить могут, навязывая свои убеждения и упрямо не выполняя просьбы. За старичками, за бабками такое замечено. Если... Еще они часто ворчат и негативят, особенно если жизнь не удалась. Вот. На экономику сильно не влияют, разве что много лекарств потребляют, тем самым принося прибыль большой фарме. Вот такой мой ответ. Там есть еще ответы от других людей. Но давайте пока без их ответов. Я, возможно, поставлю пару видео ответов чтобы передохнуть немножечко. У нас там, возможно, будет еще вторая часть стрима. Я позову там ребята, они тусуются там на шашлыках, сейчас пиво пьют. Я нахожусь на даче у Тёмы Пенегина, на его студии. Спасибо ему за, за хостинг. Надеюсь, что-то из этого такое останется, осядет, и не пожалеете вы о потраченном времени. Так. Так, 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 а у нас не закончились ли у нас вопросы? А, вот еще один вопрос, видео вопрос, по-моему, последний видео вопрос, давайте послушаем. Это Лена. Привет, привет, я вот записываю по твоему заданию видео первый вопрос. Чтобы... подожди, сформирую еще. Твоя самая большая мечта только не материальная. А, второе. Всего будет три вопроса. А, второе. Сейчас еще сидела, думала, записывала. Сейчас уже забыл. А, самый счастливый день в твоей жизни можно из прошлого, а можно на будущее. То есть ты попытайся представить себе там самый какой-то счастливый для тебя день. Или что на тебя уже был, самый счастливый день. И третий вопрос. Что бы ты хотел бы получить на день рождения конкретно от меня? То есть в виде подарка. Вот. Еще раз тебя с наступающим днем рождения. Надеюсь, я правильно выполнила задание. Все правильно, все круто. Спасибо большое, Ролена. Фу. Так, самая большая мечта, только не материальная. Эм. Узнать, как все устроено, откуда все произошло, и победить время. Эм. Какой самый счастливый день в моей жизни. Самых счастливых дней очень много. Э -э так, э -э самый счастливый. Ну, давайте один из самых счастливых дней. Такой более ширпотребное в праздновании пятилетия ББЗ Прома в клубе 16 тонн э -э с привозом, с пятерным привозом, в том числе из Англии, из Праги, из Чернигова из Челябинска, из Екатеринбурга. Вот была грандиознейшая мега-туса и только и сверх мега эпичная туса клубная, которая является только частью всего того дня, который произошел в моей жизни. Я, возможно, дальше еще чуток рассказываю про это мероприятие, про его итоги. Там в вопросах и в ответах она фигурирует. А, значит, так, из будущего, из будущего можно, из прошлого можно, из будущего, из будущего, когда внуки забесятся под мой сет, вот такой у меня, <свят> такая мечта, я стану старым, у меня будут внуки, но я стану с диджеем, и останется вкус к жизни, и вот я их соберу, и они там скажут, давай, дед, врубай музон, я им что-нибудь врублю, и <свят> они кайфанут, и оттопыриться на танцполе как следует. И вот это прямо будет эпик вин счастье. И можно будет прям титры моей жизни в конце этой тусы составить. А, чего я хочу на ДР получить конкретно от Ролены? Но она занимается художествами, поэтому картину хотелось бы получить. Но вот такое пожелание, чтобы она не была похожа ни од ни на одну другую картину чтобы э чтобы какой-то какая-то изюминка в ней была то есть понятно что можно сделать красивую картину но их много разных но вот э ролена я знаю точно она может сделать что-то такое даже не для всех изюминка а вот для меня вот она может что-то нарисовать я увижу ага круто это ролена нарисовала для меня вот так друзья мы закончили с видео вопросами Надеюсь, получилось относительно динамично, может быть, даже интересно. Я сейчас немножечко возьму паузу, но в стрим не заканчивается. Я включу Димку Детач, он тоже поотвечал на вопросы. И он читал эти вопросы и потом отвечал. У меня куча вопросов, еще огромное количество вопросов прислано в текстовом варианте. И дальше я буду их читать. И, ну, естественно, также отвечать на них. Возможно, какие-то там будут появляться в комментах к YouTube, на YouTube, и я их тоже буду зачитывать и экспромтом давать на них ответы. Давайте попробуем, почему нет. Вот, чуть-чуть дух переведу, давайте Димана послушаем. Тоже интересный чувак, интересные мысли, хорошо отвечает. Погнали! Всем привет, с вами Детач, и меня попросили ответить на несколько вопросов, Давайте посмотрим, что это за вопросы и что я могу на них ответить. Итак, вопрос номер один. Что побуждает ходить на андерграундные вечеринки людей за 35 лет? Ну, на мой взгляд, только две вещи, может быть, которые бы меня побудили пойти на андерграундную вечеринку. Ну, может быть, три. Ладно, окей. Хотя там первые две смежные. Первая – это музыка. Если она мне интересна, я пойду. Второе — это диджей, который, в принципе, играет интересную музыку, либо он просто классно играет и интересно, и создает какую-то атмосферу, на которую мне хочется прийти. Либо это друзья, друзья, знакомые, которые зовут меня, приходи, круто потусим, вместе проведем время, выпьем там что-нибудь, в общем, позажигаем, поболтаем. Вот ради этого я готов пойти. В принципе, наверное, и все. Так продолжаем. Существует мнение, что диджей может называть себя человек, который пишет свою музыку. Для тех, кто не пишет, есть определение типа диггер, селектор. Как ты относишься к этим разграничениям? Честно ли называть двух диджеев одинаково, зная, что один тратит на покупку треков перед сетом пару часов, а второй тратит годы на продакшн? Странное, честно для меня вообще очень странное разделение. Во-первых, человек, который пишет свою музыку, он может вообще не быть диджеем это, как правило, музыкант или продюсер, как говорят, за рубежом, да? Ты можешь играть вживую, ты можешь играть с контроллера, ты можешь играть с железа, ты можешь писать музыку и не играть, в принципе, вообще и даже в клубы не ходить при этом. И есть такие люди, которых вы знаете. В целом, диджей, играешь, сводишь, уже диджей. Как бы раньше для меня было понятие, ну, это очень сильно коррелировалось с винилом, да, допустим, я играю на виниле, значит, я диджей, я делаю скретч, значит, я диджей. Сейчас нет, ну, сорян, 2022 год, как бы, я могу играть с чего угодно и быть диджеем при этом, но вовсе не, вовсе не обязательно писать э, при этом свою музыку. Ты можешь быть охеренным диджеем, ты можешь играть просто божественно, но при этом не писать свою музыку. Если ты пишешь, ты музыкант. Вот, вот так нужно относиться к этому, на мой взгляд. А, давайте дальше. Нравится ли твоим детям брейкс-музыка? Ну, у меня ребенок молодой еще. Он пока еще не познал все прелести брейкс-музыки, поэтому тут я ничего не могу сказать. Ему не то, чтобы не нравится, и не то, чтобы нравится. И вообще вряд ли ну, я не уверен, что он вообще слышал Брейкс и понимает, что такое Брейкс. На данный момент его интересуют только динозавры. Сталкивался ли ты в жизни с чем-то мистическим, что нельзя было объяснить рационально? Нет, никогда. Были прикольные моменты, типа там сонного паралича или сон внутри сна, но это все легко объясняется. Поэтому никаких необъяснимых вещей в моей жизни не происходило. Изменится ли со временем твой взгляд на то, что такое секс? Изменился ли э, со временем твой взгляд на то, что такое секс? И если да, то как? Если нет, то почему? Ну, скажем так, э, время идет, э, грани свои, э, это понятие расширяет, появляются какие-то новые интересные штуковины, в целом, как бы, прогрессируем в этом направлении. Не един... А... Какой ты видишь свою музыку через 20 лет? И какие будут выглядеть... И как будут выглядеть ее слушатели? Ну, если посмотреть на тенденции, то музыка моя становится более... музыкальной, что ли. То есть раньше моя задача была задать... дать энергию, в первую очередь. Дать энергию, чтобы было весело и в то же время жестко, чтобы все плясали, веселились. Сейчас у -у, просто само вот у -у, так выходит, что получаются треки более мелодичными. Всегда в них должна присутствовать э -э какая-то идея, без этого вообще никак. То есть, в первую очередь, когда садишься <кхе> за трек, чтобы что-то новое написать, сразу начинаешь прикидывать. А в чем вообще будет идея? Какой будет основной посыл? А какой это будет трек? То есть брейкс ну, он очень разносторонний, да, и ты думаешь такой, так, а сделаю-ка я его с таким битом, а может быть с таким? А если я вот такой снейр добавлю, звучание вообще полностью по поменяется. И в целом сейчас музыка становится более такой мечтательной, что ли? Это не меланхолия, но в то же время какая-то вот надежда, полет какой-то, что-то какая-то вот такая фантазия, ты слушаешь. И в то же время должен быть все равно, должна быть жирная основа, должен быть бас, который, ну, подзаряжает. То есть вот э, сейчас это какие-то мелодии, какие-то песни, но в то же время, чтобы жирненький басок был. Вот такая музыка. Какие слушатели э, будут у, через 20 лет? Да бородатые мужики на всех моих вечеринках. Э, мужики за 30. И в принципе слушатели, я думаю, что будут такие же. Как думаешь, почему при приблизительно одновременном выходе из-под железного занавеса? О, серьезные вопросы пошли. Германия и Россия, ну, типа вот одновременно вышли из железного занавеса, но такая разительная разница в развитии. Вопрос про музыку. Речь идет не о том, что в России тоже есть таланты, но Россия не принесла в мировую танцевальную культуру ничего. Хип-хоп, EDM, Бельгия... Э, а, ну США типа хип-хоп и EDM, хотя с EDM я бы тут поспорил. Тут, наверное, голландцы больше. Э, Бельгия, ломаные ритмы. Бельгия, ломаные ритмы. Я бы вообще даже никогда бы не подумал. Э, дальше Англия, джангл. EBM, англичане, дабстеп в дальнейшем у голландцев хардкор, на голландцы вообще рулят всей электронной музыкой, если не брать американские крупные проекты. Французов новая волна и френч кор, ну Франция вообще они обособлены, у них свой френч, мне нравится. Немцы переосмыслили техно и сделали его почитаемым во всем мире. Израиль, Индия, транс, итальянцы, тала диско, Россия нихуя. Ну, а как же Евроденс. <laughs> ну вообще, в целом, Россия, взять 90-е, допустим, да? Я не знаю, что там в СССР, кстати, очень классно у нас мозло было. Я как-то проводил аналитику, я слушал треки, начиная, наверное, с 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е. И вот то, что было в, ну, в СССР в 80-х, мне очень нравилось. Очень классные были песни. Очень они были информативные и музыкальные, но потом в 90-е как обрубило, просто поток шлака пошел. И в принципе это объяснимо, потому что в 90-х было вообще не до музыки было. Вообще не до музыки. И то, что выходило, вообще не айс было. Вот. И только-только сейчас мы как-то ну, разобрались со своими проблемами, начали начали продакшн осваивать и начали выходить на какой-то уровень. Сейчас наши молодцы, и я так, ну, они выдают очень интересные решения, которые потом впоследствии Дэвид Гуэта использует. И еще много кто, как бы, и ГОСТов наших очень много. Поэтому, ну, я не думаю, что мы ничего не дали. Может быть, родится еще какой-то интересный своеобразный стиль, хотя я и так считаю, что он какой-то есть. Но конкретно жанр, чтобы выдавить, не каждому дано. В целом, я бы объяснил это просто вот событиями, происходив, происходившими в нашей стране. То есть. Не было такого, наверное, ни у кого, кроме как у нас. Поэтому у нас все так и получается. Три наиболее значимые композиции для стиля Бигбит, бит с 95 по 2004. Я, честно... Вот в датах я сейчас потерянный. То есть нужно смотреть, гуглить ну и значимых, наверное, какой-нибудь Smack My допустим, если брать из старых, да, потом Plump DJs, которые просто перевернули breaks индустрию, брейкс музыку, после них все изменилось, альбом Оргазм и то, что они сделали, поменяло все. Ну и есть по 2004, а что там в 2004 было? Я сейчас в 2004 я честно начал только брейкс слушать вообще. Ну пускай это будет какой-нибудь дисторшн, который меня в принципе в брейкс музыку привел туда. Короче, спасибо Диман за то, что помог мне перевести дыхание. Извини, пожалуйста, что я тебя прервал. Там еще много ответов было, но надо мне продолжать. <laughs> Как-то так вот прям гнусно и по-свински я вырубаю. Вот. Есть еще некоторые видеоответы. Я постараюсь их врубить. Еще не разобрался со стримом, поэтому не знаю, как Димана там включить с какой-то определенной метки. Ну, короче, забейте. Давайте я поотвечаю еще на вопросы. Вот такая я скотина. <laughs> um. Так, вопрос Саши Бургера. Он сейчас такой там, Уу, это мой вопрос. Он у костра там жарит шашлык. Саня Бургер меня спросил, смотрел ли я последнее видео Раджана. Но на момент на сегодняшний я знаю, что уже два видео. Второе я не смотрел вообще, а первое, про которое он спрашивает, я начал смотреть и выключил, потому что мне стало противно. Uh, Идем дальше. Макс uh, uh, Олдкат. Он мне, кстати, задонатил. Спасибо большое. Поэтому вот его следующий вопрос. Когда я починю канализацию на даче? <laughs> ну, на самом деле, она уже починена. Ее просто не надо ломать больше. Вот. Но так, любопытство ради, чтобы вы знали, у меня один раз на дне рождения тоже засорилась канализация. И... Uh, Прямо из душа, там, из слива души были такие коричневые гейзеры, пошли. И... Единственное, как можно было исправить это положение, нужно было спуститься в канализационный люк, прям в дерьмо окунуться и вытащить насос, поменять его. Был холодный ледяной дождь, и вот этот Макс олдкат, который задал этот вопрос, он мне помог очень сильно с этим, то есть никто другой не смог бы и помочь, и, кроме как он, он это сделал, и благодаря ему починил я в свою днюху канализацию на даче, вот, вот, вот в такую историю я влепался, это был самый дерьмовый в прямом смысле день рождения в моей жизни, но воспоминания все равно остались хорошие. Давайте идем дальше. Единственный вопрос, это Виталий Боев спрашивает, какой ты видишь свою музыку через 20 лет и как будут выглядеть ее слушатели? Честно, не вижу через 20 лет, что там будет слишком долгий срок, но она точно будет более технологичной и хотелось бы более уникальной, чтобы она была. А слушатели будут старше, стильнее, но такими же тусовыми и открытыми миром. Вот так мне это видится. Меня попросили как-то повеселее, пободрее. Я хрен знает, что мне сделать для этого. Давайте я сока попью, у меня сахар и буду как-то <laughs> более активным, что ли. Это сок. Типа женатиком, как тебе. Но это так, хрень. Я уже отвечал на этот вопрос. Есть множество плюсов и пара минусов. В целом это интересный опыт, развитие и так далее. Uh, второй вопрос. Сколько женщин растлил? Тоже типа хреновый вопрос автор считает. Это Антон Нарольский. Uh, Я растлил больше, чем большинство мужиков. Но примерно количество не назову, вы все равно не поверите. Uh, значит, есть еще анонимный вопрос. Uh... Как поборол страх подваливать к женщинам? Как ты справляешься с женой и с ее экспертизностью? Типа она все знает, там на все вопросы у нее есть ответ. Ну, блин, на самом деле страх подваливать к женщинам я до сих пор до конца не переборол, но я просто понял, что это ничего страшного, как и тебе отказывают. Да, там это может ударить по самооценке. Вот надо от этого абстрагироваться. Это единственный возможный ответ и совет там, начинающим пикаперам. А так у меня еще друг есть, который мастер знакомств. Который, в общем-то, меня в тему пикапа погружал активно. Так, что с моей женой? Ну, борюсь как? Единственное... Как можно женщину успокоить? Нужно дать ей денег, накормить, сделать ей приятное. И э, когда вообще совсем припирают, ну тут только здоровый пофигизм может спасти. Или можно куда-нибудь свалить, пока она не остынет. Если это можно сделать, конечно. Э, в чем источник моего спокойствия? Ну да, это здоровый пофигизм. И понимание, что суета и нервы, они положительного эффекта не дают. Так, идем дальше. Нравится ли твоим детям брейкс музыка? Спрашивает Даша Каприччо. А, значит, не знаю, как старший, потому что мы с ней не слушаем музон. А младшая в тачке засыпает под брейкс, потому что он плотный такой, и она, в основном мы ее в тачку сажаем, когда ей спать хочется. А брейкс из-за того, что он напористый, он утомляет сильно и типа убаюкивает. А еще прикол был, когда жена была беременная, дочка прям в животе под бит, под ударные пиналась, и я прям клал руку на живот, и реально под ритм были пинки это прям это чудесная какая-то тема прикольная сталкивался ли ты в жизни с чем-то мистическим что нельзя было бы объяснить рационально да вот как раз мероприятие пять лет база промо было мистика заключалась в том что все Само мероприятие прошло идеально с точки зрения организации. То есть на кухне там были какие-то э, косяки, но в целом вот все, что было запланировано, все как э, мы хотели, и даже лучше все прошло. И это был восторг такой, что вот мне по итогу э, была устойчивая уверенность того, что я видел какое-то настоящее организаторское чудо. Вот оно произошло чудо, я прям расплакался, меня обуяли эмоции. Я стоял на сцене, ревел, подошел Саня Бургер, я начал ему в жилетку рыдать прямо на сцене. Вот, и народ там такой, Колян, Колян, там типа хлопал. Это было круто, это прям было чудо, настоящее чудо. Изменится ли со временем твой взгляд на то, что такое секс? Изменился ли? Если да, то как? Если нет, то почему? Да нет, секс это близость, секс это даль. Все круто. Секс был, есть и будет, и никак он не изменился. Это совокупление, когда половой член входит во влагалище и в идеале случается оргазм обоих. Вот как бы такая тема. Психологические, романтическое, физиологическое удовольствие. Такое отношение. А, Идем дальше. Следующий вопрошающий. А, вот сразу злободневно, если мобилизацию объявят, что будешь делать? А, блин, ну, в первую очередь я постараюсь обезопасить своих близких, и потом пойду, наверное, в, в военкомат, потому что а, военному шансов умереть на самом деле меньше, чем гражданскому. Но не только поэтому, потому что просто надо будет. Доча привела домой парня познакомить с родителями. Твоя реакция? Какую роль применишь на себя? Будешь сердито оценивающим, няшно-свойским папой, поучительно-наставническим и т.д. и т.п. Ну, наверное, будет зависеть от того, какого она парня приведет. Но если, в принципе, нормального, то я включу такого... Ну, более няшного, что ли, его там, налью ему побухать, как мне это сейчас видится. Вот, ну, немножечко там, чуть-чуть ему экстрима дам, посмотрю, как он себя в экстремальной ситуации ведет. А потом, ну, типа, вот, налью, посмотрю, он как себя в состоянии алкогольного опьянения ведет. Это э, тоже хороший показатель. Ну, и, естественно, общение нужно взаимодействовать дольше, чтобы лучше прочувствовать человека. Спрошу, какую музыку он слушает. Ну, естественно, никакого секса, пока я жив с моей дочкой. Так. Когда ты перестанешь хрен пойми, какие чуны делать, и запилишь норм бету. Перевожу на русский. Когда я перестану всякую хрень писать и запилю нормальный музон в стиле музыканта бета. Когда будет время, мой ответ. Копировать бету не хочу, у него и так все идеально. У меня есть полный на него, кстати. Вот он там играет в моем шоуриле. Пока этого достаточно. Вот длинный вопрос, его детач зачитывал, но если коротко, Почему мы в России, то есть там во всем мире, там в разные страны законодатели моды на разную музыку, а у нас в России нету какого-то своего стиля? Почему и что? А, почему не принесла Россия русская культура ничего в мировой культуре в плане музыки? Я все-таки думаю, что наверняка что-то допринесла, да но типа Серега Дрозд, который спрашивает, прав? так сразу в голову ничего не приходит из электронщины. Полагаю, что постоянная погоня и копирование – это причина того, что мы сначала хотим достичь того же уровня технологичности и качества. Ну, то есть мы слышим, что вот, круто звучит, и мы сначала пытаемся это скопировать хотя бы в плане качества и берем это за референсы. А потом уже, когда мы достигаем определенного уровня качества, мы пытаемся там какие-то идеи дальше э, применять. Делать что-то свое, будучи, будучи уверенными в том, что без знания базы нельзя придумать что-то свое. Вот у меня какой-то такой ответ. Ну, то есть нужно, наверное, окунаться в историю, фольклор, да, его как-то применять. И вообще свой российский менталитет в идеи вкладывать. В идеи в музыкальные. Как-то так. А, так, 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 так. Вот этот вопрос. Опиши свой самый счастливый день через год по часам. Что ты делаешь, что делают для тебя, что вокруг? Тут есть несколько вариантов. Это если я один, если я там с семьей, если я там с семьей, с детьми, или с семьей только с женой, или там еще какие-то другие близкие, или это с друзьями, геолокация. То есть есть варианты. Я к этому вопросу, наверное, в конце вернусь, напомните. Вот это сложно, его надо прям... От, от, сердца так вынуть и расписать долго и подробно. Даня Гуров спрашивает. Если честно, меня интересует только один вопрос. Три наиболее значимые композиции для стиля Big Beat Break Beat с 95 по 2004 год. Но я тут разделил свой ответ на значимые для общества и значимые для меня. Для общества это, естественно, Smack My Beach Up, äh, Prodigy, Fatboy Slim'овский Rockefeller Skank, который фанк Soul Brother. Uh, и Chemical Brothers – Block Rockin' Beats, а также Moby Body Rock uh, и Crystal Method – Busy Child. Ну, это прям знаковые иконы. А для меня Моби Body Rock, Funky Shit Prodigy, uh, Я Мама в uh, Fatboy Slim, uh, Plum DJ's Remember My Name, в Дельфин Я Буду Жить, The Chemical Brothers – The Test. И вот частый вопрос, еще один. Мне вот только что притащили на телефоне. Почему в Москве, в миллионной, Москве не качает Брейкс? Почему его так мало? Ну, вот один из ответов, потому что мы разобщены, мы про него много мало говорим, мало слушаем. Нету э, героев промоушена, героев пиара. Э, нету именно каких-то... Больших вкладываемых ресурсов в это. Это очень сложный вопрос. Возможно, тут какой-то еще менталитет влияет. Ну и так как его загнали в свое время в андеграунд, этот стиль его нужно оттуда доставать. Это тоже усилие. В общем, нужно объединяться, сплачиваться, вбухивать бабки, ресурсы, делать крутые тусы. И ходить на них обязательно. Приходите на Брейк-тусы там круто. Крутая компания, крутые люди. Вот такой мой ответ. Так. Uh, Почему ты перестал делать ирокез? Юля Подгорнова спрашивает. Uh, Еще пару вопросов от нее будет. Потому что я работаю в серьезной компании, я по поставляю электротехническое оборудование, я общаюсь там с заказчиками. И с разными важными умными людьми. А также я уже делал ракез. двойные ракезы, как у флинта. И, собственно, это э, прош... уже в прошлом, но не исключаю, что когда-нибудь еще повторю. Мне ракезы идут. <coughs> когда ты окажешься в составе продежей? Ну, естественно, когда они меня позовут. А значит, что, скорее всего, никогда. Вот, но, блин, если бы предложили то, скорее всего, практически наверняка я бы согласился. Хотя бы попробовали, посмотрели бы, что из этого получится. Вполне возможно бы, что и вписался. Но это типа влажные мечты и все такое. Не питаю иллюзий. Когда, когда, когда... Тебе будет 35, и что, баба-ягодка опять? Ну, Моя баба всегда ягодка, а я, я, ну я старею, но во многом становлюсь лучше, как мне кажется. Вопрос от моей мамы: от чего бы ты хотел отказаться, но не можешь, и наоборот, что бы ты хотел приобрести, достичь, но пока не получается. А еще, если бы у тебя было что-то очень редкое, ценное, и ты хотел бы поделиться этим, не теряя для себя, как бы ты поступил? Если бы я хотел поделиться не теряя для себя, я бы поделился этим не теряя для себя. Какой вопрос, такой ответ. Но на самом деле я сейчас вернусь. Значит, я бы хотел отказаться, ну, хотя бы ограничить себя в сладком. В потреблении сладкого и в соцсетях это много отнимает здоровья и времени и денег а, хочется иметь свое прибыльное дело что-то прибыльное чтобы оно было честным помогало людям и приносило много бабла и радости вот такое такое мне мечта чего достичь вот а Эм, вопрос поделиться, но не теряя для себя, но это как-то пошерить, наверное. Если это что-то осязаемое, то сделать какую-то копию, возможно. Может быть, там, если это книга, да, то ее сфоткать, отсканировать, разослать. Ну, если это интеллектуальная собственность, то тут проще еще, естественно. Вот. Эм, ну, блин, моя, мои эмоции я делюсь ими, не теряю для себя, только приобретаю. На сцене, тем более, обмен энергии. А, Сергей Кабаков спрашивает. Кит Диджитал, между прочим. Почему брейкбит не популярен? Как это изменить? Опять же, этот вопрос постоянно я слышу. Это не только вот к этому стриму. Это всегда этот вопрос витает в воздухе. А, мой ответ на этот вопрос сейчас такой. Нужен новый уровень технологичности и качества. И нужны герои пиара как герои музыканты, так герои продвижения и продюсирования. На самом деле гениальных артистов хватает в России. Вот Серега, например, Kid Digital, Он сейчас в Америке, правда, живет, но я считаю его гениальным музыкантом. Вопрос от Димы Спирина, с одного из создателей проекта ББЗ. И, кстати, про ББЗ меня тоже спрашивали, как он появился. Там будет дальше вопрос. Ты служил в армии. Внесло ли это какой-то положительный вклад в твою жизнь, в тебя самого? Изменил ли год службы, службы что-то в тебе? Второй вопрос. На танцполе за диджейским пультом ты экстраверт, отдаешь себя людям вокруг. Хочешь ли ты получить взаимный ответ от людей на танцполе? С годами музыкальные вкусы меняются. Мы с тобой познакомились на фоне Брейкбит музыки. Что было до нее? Есть ли что-то отли... отличительное нынче от музыкальных пристрастий? И последний вопрос от Димы: Дети смысл жизни. Дети один из смыслов жизни. Значит, армия. Армия это охрененный жизненный опыт, это сплошные плюсы. Но. Небольшое точнее я пошел в армию после института, уже немножко ментально окреп и физически. Ну и как бы я на спорте был, поэтому мне достаточно легко удалось. Значит, я стал здоровее, психологически закаленней, научился понимать военных людей, стал больше ценить время и своих родных значит, ну эм, это про танцпол. Всегда хочется, чтобы люди наслаждались вместе с тобой твоей музыкой, которая тебя прет. Это один из главных кайфов жизни. Э, мои музыкальные вкусы только расширяются со временем, и э, повысилась планка качества это из изменений. До брейкбита были техно и хардкор, и всякое разное попсовое, мейнстримы в маная электронщина. Даже там диджей-грув, например, был. А, Идем дальше. Так сказать. А, Борис Прохоров, второй создатель, второй папа ББЗ, спрашивает. А, первое, что в голову приходит, это про детей. Кстати, оба отца спрашивают про детей. И их влияние на твое сумасшествие, к которому многие привыкли а, за долгие годы знакомства. Мои дети положительно влияют на мое сумасшествие. Я обожаю с ними беситься, и с ними можно, и нужно самому быть ребенком. Только тогда будет прям искренний кайф, искренние эмоции и прям чистейший обмен энергией. Но для содержания детей приходится быть еще более старательным и ответственным. И это давит такой ответ. Значит. Серега Кузнецов спрашивает, это мой калининградский друг. Э, как относишься к людям, к музыкантам, особенно, которые э, после 24 февраля стали топить там за определенную сторону? Вопрос на самом деле, ну, такой, может быть, хотелось бы от него как-то абстрагироваться и не говорить про там войну, про спецвойну. Но у школе задают, наверное, и у школы есть такое разделение. Ну, я отношусь к тому, что стараюсь относиться с пониманием, понимаю, что в разных информационных средах люди находятся. И рекомендую всем э, всегда помнить, что мы в четырехмерном измерении находимся, и со временем все меняется. Поэтому, если сейчас какой-то негатив, агрессия и прочее, то просто нужно делать какие-то хорошие вещи на, на пути объединения там положительного взаимодействия, э, отходить от вражды и прочего, ну или как-то себя сдерживать, чтобы не подливать масло в огонь. А со временем я действительно верю, что в большинстве случаев, если люди умные, они, э, ну как бы помириться, подружиться и все будет хорошо. Э, э, так. И второй вопрос, так, 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 твое отношение к музыкантам, которые топят дико топят за русскоязычные тексты, но э, название группы у них на английском. Противоречий в этом, конечно, есть. Думаю, они хотят быть популярными вне русского мира, а это нормально. Эм, и если они сумеют сделать годноту, которую оценят иностранцы, в том числе благодаря иностранному названию, то пусть это будет оправданием для них. Вот так вот. Виталия Финский электрогорилла спрашивает, кто круче, Слай или Шварц? Чего не хватает культуре ломаных ритмов в России? Опять же тот же вопрос. Ну, Слай или Шварц оба круче. Контент Шварца с детства как-то сильнее в сердце засел. Так что все-таки, наверное, выбор в пользу Арни, если это какой-то блиц опрос, то Арни, но только когда он в политику не лезет. Но Слай тоже, он пипец какой крутой мужик, в общем, обоих очень сильно уважаю и с удовольствием их фильмы до сих пор смотрю, и новые, и старые. Культуре ломаных ритмов в России не хватает фольклорности и уникальности. Тут одни вопросы и ответы следуют из других как-то. Красной нитью идет через этот стрим. Саша Хлыстик, друг из Хабаровска, спрашивает: Брейк-айди uh, у него ник, музыкант. Uh, расскажи про свои никнеймы, как ты пришел к кальмару, стал жгучим перчиком. И как в тебя вошел Сантана? Окейчик. Okay Кальмар это сленговая производная от Коляна. Это меня братан мой называл. Типа Кальмар. Здорово, Кальмар, как дела? Жгучий перчик или жгущий еще был вариант перец. И окейчик появились, когда я попытался придумывать что-то простенькое вместо вирус 19xx и ник Найтингейл. Сквид Сантана это кальмар Сантана. Сквид, кальмар, перевод по аналогии с моим бывшим кумиром Амаром Сантаной. Ну, здесь такая, типа, игра слов. Кальмар, Амар и так далее. Окейчик, ну, просто люблю это слово, и от него веет позитивом. Окейчик. Идем дальше. Значит, Александр Дундуков, который эррор, крутой дизайнер одежды. Как у тебя лучше получается жить? По душе или по разуму? По разуму вообще не получается. А вот когда живу по душе, это всем нравится, как минимум. Но толку от этой душевности. Ну и так и так надо жить. И баланс искать, наверное, как-то так. Так, дальше целых 10 вопросов идет от Димы Windom R. Дима Юдин. Давайте вопрос-ответ. Вопрос-ответ сейчас зафигачу. Кого бы ты хотел подписать на ББЗ из признанных в свое время Звезд Брейкс, Брейкбита, break хоть на ремикс, хоть оригинал. Пламп диджейс, бэкдрафт, трени пилграм. Ну, там про диджей я вообще про них не говорю. Это там. Короче, понятно. А, какими ты видишь будущее ломаной музыки? Что в мире? Что у нас? Будет ли Ренессанс? Слишком долго о Ренессансе говорят, на самом деле. Все мечтаем, мечтаем, уже больше десяти лет, уже слабо верится. Просто вся музыка будет настолько крутая и гибридная, что все будут слушать... Вс вс все будут слушать все, вот так вот. А брейкбитчики будут сами всегда для себя этот брейкбит вычленять и ну, для себя выделять. Вот это брейкбит, вот это мое, вот это буду слушать. Всегда это эклектично будет. Что нужно сделать, чтобы этот Ренессанс состоялся? Реалистичные действия и, если пофантазировать конкретно в нашей стране, э -э искать святой грааль охуительности нужно, чтобы неотвратимо срывало крышу. Э -э что думаешь о теории, что люди потомки, э -э люди потомки инопланетян и являются искусственно выведенным гибридом? Я думаю, что это интересная теория. Одну секунду. Лера, заходите на стрим, врывайтесь, как бы, welcome. Можете здесь прямо живьем поспрашивать что-нибудь, почему нет. Вопрос очень важный. Давай, вопрос, прям ты в эфире. Вопрос такой. Какой наиболее комфортный BPM для того, чтобы топтать под брейкс? 140 BPM. Потому что он такой. Да, он частушечный, и он на самом деле очень легко воспринимается, несмотря на то, что э, люди думают, что. Музыканты думают, что он быстрый. Он очень быстрый, типа, кажется. Но на самом деле он легче для восприятия. И чем быстрее, чем больше BPM, тем топчется легче и веселее. Давайте, заходите там в кадр. Можете еще что-нибудь спросить вот это ребята у костра звонят и спрашивают бургер это был саша про теорию о том что нас сделали инопланетяне еще разок вполне себе складная теория но я бы все-таки сделал ставку на какую-то невероятную случайность со взаимодействием белков и энергии. Земля овальная или сота. Земля это шар, немного сплюснутый по полюсам. Как себя ощущаешь в 35? Что изменилось за двадцатки в лучшую, худшую сторону? Да, так себе, если честно, ощущаю в 35. Спина постоянно срывается, суставы по пизде идут, энергии все меньше, родные стареют, удручает. В лучшую сторону изменилось листок только умение и ну, умение и насмотренность. Свободы стало то ли больше, то ли меньше, не пойму. Эм, расскажи случай жизни, который на тебя произвел неизгладимое впечатление. Изменился ли ты после этого в отношении к миру или к себе. Вот я думал, на самом деле, не придумал что-то, где вот я понял, что вот я что-то изменился. Но расскажу там пару случаев оба, оба раза, когда я прыгал с парашютом и с роуп-джампинг, ну, с веревкой. Э, типа оба раза передо мной разбивались люди прямо на глазах у меня. И я после этого все равно прыгал. Ну вот, ну так больше жизнь, наверное, ценить стал. Адреналин Вкус к жизни, я понял, что типа на адреналине впуск жизни по -п -п обостряется. Но я этого адреналина специально особо не ищу. То есть я попадаю в ситуации, где что-то экстремальное происходит, интересное, веселое. Да, я, я говорю, вот она, эта ситуация, я в нее вныриваю. Но специально там поеду-ка я попробую себе свернуть шею так, чтобы она не свернулась. Ну, хрен знает, нет. Что пожелаешь слушателям? Пожелаю, пожелаю. Слушателям пожелаю вслушиваться внимательнее, переслушивать и делать это на ультима ультимативных саунд-системах, то есть на крутом звуке. Лучше на безупречном. Что пожелаешь музыкантам? Музыкантам посоветую писать на дорогих мониторах. КРК это дешевые мониторы. Так что копите на что-то более серьезное, типа Адамы, например. Uh, вкладывать больше бабла в музыку. Например, в сведение, в мастеринг. Uh, сравнивать обязательно с референсами, но не копировать идеи. Сидеть над треками подольше. Это, кстати, вот Тёма, он тут сейчас тоже слышит этот стрим. Это его слова. Но я тоже это советую. Uh, стараться писать вечное. Десятый вопрос. Что пожелаешь себе? Себе пожелаю здоровья, удачи и побольше свободного времени. А еще почаще бывать на море, речках, океанах, почаще выступать за достойные гонорары, чтобы была возможность нарожать и на воспитать побольше детей. Этого я пожелаю себе. Но это еще не все. Мы продолжаем. Так, уже больше полутора часов стриме, но я постараюсь в два часа уложиться. Вопросы потихоньку заканчиваются. Сейчас быстренько их хоп-хоп-хоп и в два часа уложились. Пам -пам -пам -пам. Что ты носил? А, следующий вопрос от КВНщика, хоть и бывшего. Андрей Лунис, Флайдок. Что ты носил, когда был женщиной? Женскую одежду. Кто создал музыку? Я и другие музыканты. А ты не создал. Почему рыжий байкер затушил сигарету, а грудь Шварценеггера, а не о лоб? А грудь сексуальней. Слишком много несексуального в рыжем байкере. Какого цвета мысли прежнего? Несуществующего или мертвого? Что бы ты изменил в своей жизни, если бы ты был енот? Количество нот. Why not? Следующий вопрос. Анонимно. Сейчас внимание. Имеется ли в твоем парке трусов экземпляры с рваной промежностью, которые ты продолжаешь носить? Только с маленькой дырочкой. Если вот когда она уже такая больше сантиметра, то я все-таки выкидываю. Второй вопрос анонимный. Расскажи, как ты познакомился с оргазмом? Когда и при каких условиях впервые испытал? Первые мысли, как повторял и тому подобное. Ну, не помню точно, но это точно был не классический анонизм. Скорее, какое-то трение меня обо что-то. Это было раньше 11 лет, раньше стандартно. Я точно помню, что раньше периода полового созревания у мальчиков, то есть там может быть 8-9 лет. Как ни странно, да? Что ты скажешь Путину, если его встретишь? Я скажу, гоу бухать. что ему еще сказать? Не знаю, я бы спросил про какие-то секреты, типа совершенно секретные, там есть ли НЛО, а там кто убил, <laughs> кто убил Освальда, там Кеннеди, ну и всякие вот такие, чтобы он рассказал то, что никому нельзя рассказывать, и, но что он знает, вот это интересно. Ну про будущее я бы у него поспрашивал. Так вопрос от группы Foxy Fly. Uh, какой один альбом ты бы взял с собой на необитаемый остров? Моби uh, плей однозначный ответ. В нем есть все там и экшен, и какие-то сопли, релакс, драйв, веселье. Ну короче, весь спектр всего, что может быть в музыке. Как-то Моби сумел уместить в этот альбом, и я его всегда буду всем рекомендовать. <как> Если бы ты стал президентом на один день, что бы ты сделал? Узнал бы секретную информацию, запретил бы деградационную блевотину по федеральным каналам. Ну вот эти все пусть говорят и прочее говно. Увеличил бы довольствие ветеранов Великой Отечественной войны и, возможно, ликвидаторов. Посмотрел бы там по бюджетам, попросил бы мне быстренько сказать, где там что. Но ветеранам-то стопудово бы увеличил бы еще, потому что мало пока что. А, чему ты научишь свою дочь? У меня две дочки. Я хочу научиться радоваться жизни и критическому мышлению. Вот. И ну, вот этому хочу их научить. Точнее, ну, как бы да, я... Я, наверное, умею все-таки радоваться жизни, и у меня есть критическое мышление, я вот им это хочу передать. И с этими навыками они как бы уже не пропадут. Когда будешь лысеть, сделаешь прическу, как у Флинта? Ну, я ее уже делал. Ну, она крутая, да. Но, опять же, работа на серьезной работе, это не совсем уместно. Когда буду лысеть, ну, что-то похожее, наверное, у меня промелькнет в какой-то период. Почему нет? Так, подходит к концу вопросы. Там потом еще на тюбике в комментах покидайте, поотвечаю. Теперь рекордсмен по вопросам это мой братан. Он хотел, кстати, сегодня рядом быть, но не получилось. Я ему желаю скорейшего заживления. Если бы не музыка, то что? Ну, отвечал же журналистика, писательство, видеоблогинг. Какой музыкальный инструмент, на твой взгляд, самый отстойный? Хотел я что-то интереснее придумать и ну, более отстойное, но так и не смог придумать ничего более отстойного музыкального треугольника. День. В детстве ты, как и все, фантазировал о технологических достижениях и изобретениях в будущем. Какие из этих фантазий сегодня стали реальны? Надеюсь, понял, что я имею в виду. И, кстати, похожий вопрос от э, мужа моей сестры мне прилетел. Вот по технологиям. Я считаю, что это телепатия. Мы о ней мечтали, и она воплотилась в телефонах. Да? В, мы звоним, это, это считайте, телепатия. Или там, передача мыслей, информации на расстоянии моментальная. Опять же, передача больших объемов информации. Музыки, фильмов. Также ставили, возможно, искусственный интеллект. он сейчас уже понятно, что, к чему все это идет. И уже эти роботы и прочее, уже в, в обозримом будущем мы можем себе представить. И автоуправление транспортом тоже интересная штука. Типа, когда сами машины будут ездить, не нужны будут водители. Вот это то, что мы увидели уже, мечтали в детстве, уже видим. Ну, а, наверное, из необозримого, но. Ну, очень хочется телепортации все-таки, чтобы это было не исчезновение, точнее не умирание здесь и генерация клона там, а чтобы это был именно я, который проходит через портал, и я же, ощущая себя, вот этот вот вид от первого лица продолжался во мне же там дальше. Дальше. Какая музыка, на твой взгляд, наиболее бесполезная? Самая бесполезная. Ой, не музыка, прошу прощения. Какая музыка самая бесполезная? Ну пусть это будет музыка с прямой бочкой. Она даже вредная. По мозгам долбит. Вопрос был, какая... Какая наука самая бесполезная? Вот, блин, тоже не стал долго думать. Это психология. Потому что... Недавно слышал теорию о том, что это вообще псевдонаука. И если какие-то проблемы, да, идешь, просто бухаешь там с друзьями, у тебя все хорошо в жизни становится. Пообщался с другом, у тебя все хорошо становится. Хотя и у меня есть там положительный опыт с психологом общения это гештальт терапия быстренько, и мне она на какое-то время подняла самооценку и а, позитива добавила. Но это временно было. Потом, спустя время, опять я вернулся в обычное состояние как-то так. Если не бадминтон, то что... Я занимался 10 лет профессионально бадминтоном, КМС, тренером работал. Ну, естественно, это брейк-данс и, возможно, сквош. Сквош тоже ракетка и мячик. Крутой вид спорта. Хочу попробовать. Фу. Есть в тебе такое качество, которое бы ты убрал или которое добавил бы? скромности бы поменьше, сомнений бы подбольше. Я на самом деле скромный достаточно человек, хоть и иногда медийным оказываюсь. Твой герой или герой из живых. В первую очередь мой герой для меня это мой батя. Ну а также мне очень нравится Илон Маск, Артемий Лебедев, Берди Мэн. Это самый крутой музыкант, на мой взгляд, сейчас. Самая любимая поговорка. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну вот она работает реально. Если что-то нужно, надо искать. И она находится. Почему она работает? Потому что если ты ищешь, то ты понимаешь, что ты можешь это найти. Что, ты, что оно есть. Поэтому ты ищешь. Если бы ты точно знал, что этого не может быть, ты бы даже не искал. Поэтому если ты ищешь, ты всегда найдешь. В чем самая большая проблема современного общества э -э во вранье? Откуда было бы на, бы на Беларусь совершено нападение, если бы за 6 часов не был нанесен превентивный удар по позициям? Я предполагаю, что это имеется в виду недавние события, но, блин. Я не уверен, что вообще на Беларусь бы совершено было нападение. Но, очевидно, со стороны Украины было бы совершено. Представь, что тебя похитили инопланетяне. Единственный шанс выбраться — это анекдот. Какой бы ты рассказал? Первое, что в голову пришло, я потом подумал и решил поставить этот ответ, это анекдот про два шарика, который один сломался, а другой потерялся. Мне кажется, инопланетянам бы понравилось. Кто сильнее медведь или акула? Этот вопрос я задал первому ученику современного Будды в настоящее время учителю. Он не ответил. Ну и лошара, потому что акулы разные бывают, а сильнее медведь. Следующий вопрос. Андрей Соукул задает. Колян, какой трек брейкбита ты услышал первым? Ну. Если не делать жесткую привязку, что это вот именно стиль брейкбит, но это именно брейкбит. Это трек из вступления э, в игре Donkey Kong Country. Donkey Kong Country. Там именно на брейкбите все построено. Э, хоть и зачастую на инструментальном. В э, дендевских играх 8-битных тоже там в основном брейкбит. Вот. А, а еще, кстати, трек профессора Лебединского, он называется «Калямба-балямба». Там тоже чисто брейкбит такой классный. Советую послушать. А, ну, из таких, из классики Fatboy Slim, Rockefeller, Скэнк тоже один из первых услышал. И там тоже что-то у меня в голове переклинило. <coughs> Также концерт... А, вот. Какое брейкбит мероприятие было в твоей жизни первым? Концерты Моби и Дельфина. Если клубное, то это... Uh, второй танцпол клуба Infinity, Харлайн 77. Там Диджей uh, Дэн, космонавт выступали. По-моему, Анатолий Айс. Я тогда даже не понял, что вот Дэн выступает. Я, я потом только осознал и сделал фотку, там послушал, и расколбасился, а потом пришел домой, начал фотки смотреть, анализировать, и понял, что вот это был Дэн мой кумир. Я офигел. Вот такое было первое мероприятие. Первое мероприятие, которое я организовал, это Just Breaks в трактире на Таганке, там, где я напился до такой степени, что не смог нормально выступить. Падал пьяным в ногах у охранника, пытался встать, падал еще раз. Короче, блевал там за клубом, хорошо, что не в клубе но при этом вообще туса получилось огонь я видел как народ на столах танцевал просто плясал на столах это было феерично с кого начался ББЗ и как это было ББЗ начался с форума созданного Бори и Димой вышеупомянутыми Вайрин и Миф это было лампово и самобытно следующий вопрос задает Денис Шмыков Десабер. Uh, с, с Дальнего Востока, с Сахалина. Есть вопрос: какого хуя ты еще ни одного альбома не написал? <laughs> но мне для альбома нужно, вот я про него говорил там в начале, какой это должен быть альбом, но нужно 1150 для него. Uh, да и вообще, кому сейчас нужна музыка? Поэтому я альбом не планирую в ближайшее время садиться и писать. У меня тупо ресурсов нет. Нету uh, столько времени и нет такого навыка, чтобы прям круто целую пачку треков написать. И я слабоват в создании оригинальных треков. Я лучше пишу ремиксы и коллаборации какие-то. У меня лучше получается. И осталось, наверное, три вопроса, три вопрошающих в три... Короче, вы поняли. Вова Боба спрашивает. Выбирая всех в мире, кого бы ты пригласил в гости на обед? либо очень интересного человека, либо того, кто этот обед приготовит. И в итоге я так подумал и решил, что лучшим ответом будет королеву Великобритании. Вот это был, был бы охрененный обед. Мы бы сели прям по королевски с одной стороны и по по простолюдински с другой стороны. Пообщались бы, поели бы разные хавки за жизнь, за работу, за королевство. Ну, короче, мне кажется, офигенная тетка, и с ней очень кайфово общаться. А... Ну, в первую очередь, да. За что в своей жизни ты чувствуешь наибольшую благодарность? За любовь и безопасность, за окружение. Если бы ты мог проснуться завтра, приобрести определенное качество или способность, то какое? Какую? Безошибочно играть на акциях, вкладах и так далее. Ну, то есть манипуляции с деньгами, чтобы я всегда знал, куда и как вложить, чтобы быстро и много получить бабла. Ну, это прикольное качество, всегда можно получить денежный ресурс, когда он тебе понадобится три самых грандиозных события за последние 10 лет, в которых ты принимал участие. За последние 10 лет. Это, естественно, туры Продиджи в РФ. В мои а, разогревы, в том числе в Воронеже и в Москве. Также супер грандиозные мероприятия Флинт, and Пис. Это были поминки Флинта на 40 дней после его смерти. Там тоже народ просто отрывался, душу рвал, каждый оставлял всего себя. На танцполе это прям феерия была. Есть видеоотчеты, кстати, там он неплохо передает. А, про диджикон туда же тоже очень крутое мероприятие. И вышеупомянутый ББЗ Промо Five Years эпик вообще, эпик, эпик ББЗшный был. Пятерной привоз и полный отрыв. Uh, еще Кубана, на которой я был, где Продиджи выступали. Но ну, это, возможно, уже не 10-11 лет. Вроде как, возможно, 11-й год. Но это было тоже круто. Море, солнце, песок. Продиджи Я босиком, там, кра краудсерфинг, друзья. Феерично было. Жаль, что кубана закончилась. И еще фееричное мероприятие было The Chemical Brothers в Олимпийском. Это прям чудо такое было тоже. Тут я наблюдал полтора часа чудо без остановки кроме электронной музыки какой музыкальный стиль ты бы предпочел вокал битбокс а также джазетс фанкетс вот это там прямо очень много всяких мелодий постоянных переплетений джаз фанк вот этого не хватает современной музыки пиршества мелодий сергей Серебрянский спрашивает если бы ты мог на день вернуться в прошлое какой день ты бы выбрал Uh, скорее всего, это был бы какой-то... То есть я не рассматриваю вариант изменить что-то в прошлом, просто прожить его еще раз. Это, скорее всего, день какой-то тусы. Потому что в этот день собираются все uh, крутые музыканты, друзья помогают, там обычно еще какой-то очень близкий человек с тобой находится. Uh, музыка, танцы, веселье. Ну а так вот, опять же, Кубаны или ББЗ туса. Все, давайте заканчиваем. Пять минут. Вот последний вопрос э, от моей жены. О, я его начинал озвучивать, и сейчас вот еще раз его повторю. Опиши свой самый счастливый день через год по часам. Что ты делаешь, что делают для тебя, что вокруг. Самый простой вопрос это если я просыпаю, ну если я оказываюсь один и со мной комп рядом. Если со мной рядом комп, то я смотрю сериальчики, играю в игры компьютерные, фильмы. Ну, короче, вот такой чил расслабон. Если рядом еще море, солнце или водоем, я обязательно искупаться схожу. Я бы хотел, чтобы была музыка громкая, на большом звуке потусить. Это тоже такая программа максимум, которую мне хотелось бы испытать. Если я рядом с семьей, то, конечно, пойти куда-то, где кайфовали бы дети, где их можно было бы оставить, тусить с женой, с детьми, по часам, по часам меня просят списать. Ну, давайте так, я просыпаюсь, выспавшись, а это значит часиков там 10, например, с женой, двумя любовницами, там, мулатка-азиатка просыпаюсь, любовниц нафиг, с женой идем там завтракать, естественно, не дома, какой-нибудь рестик, кафешка, гуляем, ну, то есть уже прошло, получается, там, естественно, час-два, поели, уже такое обеденное, после обеденное время, какая-то, возможно, экскурсия или активный отдых, что-то вроде... Ну вот, искупаться мне бы понравилось, или, или, допустим, допустим, блин, вот это вот интересно, э, полазить по природе, вот как-то так, в горы забраться там, или в лесу походить, вот это мне очень нравится, это релакс, или шашлычки с друзьями могут быть, ближе к вечеру, как-то так, а, вечером, ну, вот это прошло, да, там потом пообедать, посидеть. Естественно, еще надо подбухивать все время. Подбухивать, чтобы работа не задалбывала. А, и дальше... А, чтобы, например, позванивали, там, позвонили раз-два дети. То есть вот детей бы, там, родители хотел бы я услышать, что с ними все в порядке, вот это проконтролировать. А, вечером уже такой релакс аут кафешечные подготовление подбухивание перед тусой ну это стандарт да как мы все любим а, ну и потом мы срываемся в клуб и там клубимся бесимся музыка танцы угар отрыв ну и дальше опять еще там двух девчонок с женой и раз погнали и завершать эту ночь под кайфом как по кайфу. Ну вот так вот что-то первое, что в голову приходит. Вот, а, ну на Тусе я бы хотел, конечно, еще выступить, да, чтобы это была крутая Туса, там толпа народу. Эм, и чтобы еще, наверное, по ходу дела появлялись какие-то интересные люди, и чтобы можно было вот, эн энергией от людей заполняться, да, чтобы не было монотонности. Вот, то есть динамика, 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 динамика. Как-то так. Динамика, релакс, динамика, чил. Вот, вот какие-то такие мысли. Вот надеюсь, хоть как-то я ответил на этот вопрос. Ху, два часа стрима. Спасибо большое. К сожалению, я не стал там ответы людей, видео ответы все включать. Не стал зачитывать ответы, которые мне показались интересными. Я постараюсь что-то придумать, чтобы они не остались незамеченными. Что-то, может быть, в текстом их разместить. Может быть, какой-то дополнительный стрим, видос. В общем, спасибо большое всем. Вроде как нормально прошло. Надеюсь, все записалось со звуком. Это такой небольшой отчет для меня самого. 35 лет. Давайте будем продолжать общаться, дружить, любить друг друга, встречаться, живьем, взаимодействовать. Я пошел к своим друзьям, которые рядышком меня уже задолбались, наверное, ждать. Выпили все пиво, съели весь шашлык. Кстати, они, если еще слушают меня, давайте, может быть, попробуем 5 минуток. Может быть, кто-то хочет ворваться в эфир. Так, просто ради... В порядке бреда, экстрима. И сейчас еще гляну, что вы там назадавали, какие вопросы, если назадавали в Ютьюбе. Посмотрим. Спасибо еще раз. Спасибо, респект. Колян, тебе привет. Посмотри это видео в 45 лет. Фу. Так, 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 так. Так, 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 так. Мне перезванивают. Фу. Можешь хуже, Колян, «Здорово, потлатый, принимай поздравления. Дяде Тёме пришлось за колю играть, можно не отвечать. трота там. Я посмотрел Ватмана, Бэтмена, посмотрели крутой фильм вообще, прям рекомендую уже в хорошем качестве и нормальный перевод. Я кайфанул там местами прямо в визга. Привет моим родителям передают в чате. Стрим утомил, сорян. Заканчиваем уже, можете отключаться. Тут сейчас всякая фигня, еще чуть-чуть, несколько минут побудет. Будешь что-то говорить на да, вопрос? Скажу. Пойдем, Крепыша, где Крепыш? Крепыш, где крепыш? крепыш я его где-то оставлял. День, да, спасибо, спасибо. Че, вы привет. там утомились? Я задолбал да, вас. Пять минут, я через пять минут точно заканчиваю. Саня, бургер, вопрос еще. Днем рождения! Я им сказал, идите ссать сзади, сзади туалет, Очень не стесняйтесь, ребята, вы бы не помешали. Спасибо, что вы тут вообще. Были. Но давайте уже все. <соцентр> <соцентр> <проиграет>, короче. Все, ладно, <соцентр> заканчиваем. Сорян, <соцентр> Вопросы персональным. <соцентр> варианте персональном режиме да, да, все спасибо давайте пока всем хорошего дня И с днем рождения